Суд Нью-Йорка приговорил к 22,5 годам тюремного заключения владельца пиццерии по обвинению в вербовке американцев в ряды боевиков ТИГИЛ. 32-летний выходец из Йемена Муфид Эльфги признал свою вину. В 2014 году мужчину арестовали по подозрению в финансовой помощи террористам. Однако затем выяснилось, что он занимался также и вербовкой. Согласно постановлению суда, даже после освобождения Эльфги будет находиться под наблюдением еще по меньшей мере 27 лет. Местные власти отмечают, что благодаря этому приговору один из первых когда-либо пойманных рекрутеров ТИГИЛ понесет ответственность и будет отбывать большой срок наказания.